Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. Солнышко, тепло на улице. Я в рубашке. Мы стоим возле теплицы. Ой, красота! Я пришел полакомиться инжирчиком. Каждый день по 2-3. Инжиринки. Теперь я прихожу, съедаю, делюсь с собачками. Ну, две. Вот почему-то как будто бы стоит какой-то дозатор и больше двух штук не выдает. Вот третья. Вот. Но они не совсем спелые. Ну. Может быть, полить надо инжир. Смотрите, земля какая вон сухая. Наверное, надо полить. И тогда он будет охотнее плодоносить. Потому что здесь же дождей вообще нет. Но он еще пока не созрел. Все, сегодня 3 штуки нам выдала Вселенная. А вот вам десерт. Ешьте. Самолет. Где-то шумит, гудит. А мы идем, знаете, куда? Красный дуб. Вон туда мы идем. А что здесь за движение? Вот сколько рыб. Слышите, сколько рыб? Даже так сказал. За место. Посмотрите, сколько рыб у меня вырвалось. Слышите, сколько рыб? А вон какой-то цветочек на дереве. Видите? Мирка. Удалось себе один раз поймать рыбу. Ну что ж теперь? Рыба умнее стала. Не хочет тебе попадать в лапы. Мирка не теряет надежды. Да, мы идем к красному дубу. Вот оно. Видите? А вон там, гляньте, цветочек какой-то на дереве. Красный зацвел. А мы идем вон туда. Но это уже будет в другой серии.